Харьков, утро 8 часов. С ХТЗ пришлось свалить. Вчера были сильнейшие обстрелы. Обстреляли Горизонт, Рогань, Салтовку, Алексеевку. В общем, везде бомбили. Северной Салтовке очень сильно досталось. Горизонт вчера практически сравняли с землей. В общем, идет дело на уничтожение Харькова. Приехали подальше с ХТЗ. Будем прятаться в бомбоубежище. Небо, как видим, серое. Надеемся, что в скором будущем разведнеется. Всем мира, благ. Желаю, чтобы никогда такого никого не коснулось. Настроения нету.